А это, по сути, разрешение на работу, выданное Министерством связи новому роботу. Ижевские программисты предлагают заменить людей, в чьи обязанности входит проверка документов. Алгоритмизацией проверки паспорта, в принципе, подлежат все профессии, которые взаимодействуют с проверкой документов. Это налоговые службы, это банки, это МФО. Система проверяет подлинность паспорта по 62 параметрам и соотносит фото на документе с изображением человека. Пока эту программу предлагают использовать в салонах связи для продажи сим-карт. Она, заверяет разработчики, никогда не продаст карту по чужому или поддельному паспорту. Юлия Муштакова, Сергей Петушков. Деловое утро.